Готово. Это его привлечет. Запах миль на 5 вознесется. Он появится. Надо просто подождать в пещере. Oh.
А? По окрестным лесам рыскал черт, но я от него избавился. Они с бесом делили территорию, потому черт и был такой злобный. Черт? Бес? Что же, чудище против нашей деревни сговорились? Думаете, их теперь только больше будет? Нет, не думаю. Но я посмотрю по дороге. Спасибо. А у меня тут кошель для вас. Мы всей деревней сложились. Спасибо. Будь здоров. И ни одного ребятенка не похитите во мне на помощь. Планетники нам дождь посылают. Спасибо, спасибо. Очень ты вовремя. Еще бы миг, и гуль меня бы по косточкам растащил. Собственно, я подумал, может, не вмешиваться, а понаблюдать за неизвестным боевым искусством. К какой ведьмачьей школе ты принадлежишь? К школе улитки? Тогда откуда у тебя медальон с головой волка? Ты настоящий ведьмак. Да, и настоящие ведьмаки несут в штаны при виде несчастного гуля. Отвечай, откуда у тебя медальон? Купил у бродячего торговца. Ой, нет, крестьяне идут. Не выдавай меня, умоляю. Чудовище убито! О, а это что такое? Двое ведьмаков. Мы с одним договаривались. Злобное было чудище, вот и потребовалось на него два ведьмака. Дело ваше. Этот денег не хотел, значит, не будет между вами спора, как награду делить. Ну да, так у ведьмаков и принято. Но у ведьмаков есть еще один древний обычай. Это какой же? Что если ведьмак товарища на помощь вызовет, то должен он свой медальон в землю закопать, от ремесла отречься и целый год на старосту в деревне работать. Можете его сразу и забрать. Ух ты! У такого ведьмака силы должно быть на двоих хватит? Должно быть так. Thank you.
скажет, что ведьма к бедам простых людей равнодушен. Ох, я там уйду. Приветствую. Покажи свои товары. Бывай.
скотина! Thank you.
черт! Сука! Магия — это место силы.
гнезду гулей. Здесь притащили что-то тяжелое. Тела? Тела?